Да. Рад тебя видеть. Лимитированная серия 500 штук. Лимитированные 500 да, штук? 500 Bentley? Штук в этой. Нет, не Bentley, это Invicta. Bentley это фигня. Фигня. Bentley это же часы недорогие. Недорогие. У меня были Bentley. Их оценили 3000, а эти круче в 1000 раз. Bentley в общем, 3000. За 70 тысяч покупали со скидками. Ага. Где-то, да? Мне они достались 35, но я их продаю еще дешевле, мне просто деньги сейчас. Ага, тебе их достались это за 35? Это мои дорогие часы. Да. Это все натурально, я заходил сейчас в ломбард, проверял. Он прям тыкал. А ломбард с вот каких это, пор не они? Ломбард, не ломбард, а это, скупка возле метро. Мне надо было убедиться, что это, ну, когда я покупал, я же его знаю. Я у него не глядя взял, он мне все рассказал, как есть. У него вот этот ремешок, если, допустим, ремешок меня длинный ставить, у него он короткий ему, у него 6 часов дорогих, он мне... Ну, короче, хочешь, я тебя расстрою? Давай. Ты знаешь, как их отличаются? В смысле? Не, ну это же не Rolex, это понятно. Это а же... при чем тут маятник, смотри? Ну, это не настоящий. Да. Нет, это лимитированная серия, специальная серия. Для тебя выпустили ну, посмотри, специально. Ну, читай. Да что мне читать, я в этих часах, нет, знаешь... Нет, этот мужик, который... Это мой хороший этот напарник. А, у тебя напарник. Ну, напарник что? Какой? По работе я имею. А, по работе у тебя напарник. Еще он это сказал. Это смотри, это короче. Нет, дело не в этом. Просто я так буду продавать недорого. Ну, это не совсем недорого, но и не как бы недорого. Не совсем недорого, не совсем но дорого. Не дешево, Семочка. Не, это на самом деле лимитированная серия, реально. Ну это он мне рассказывал, а я ему просто его знаю. Я даже у него взял их. Тёма, у меня 35 было. Я давно хотел такие часы. Реально. Послушай. Ну ты мне можешь рассказать. Да я тебе сказать, а насколько стоит сказать, я честно. Ну давай, давай. $200. Я же к тебе. А почему 200? Ну вот потому что. Ну это может сейчас, а покупали когда их. Ну он говорил 70, это у друга он брал. Ну я тебе честно говорю. Тёма, знаешь, Тёма, я тебя уважаю, я знаю, но просто смотри, просто я реально тебе говорю. 35. За тебя даже я тебе ее протру. О, блин, Тёма, доброго здоровья. Мне не жалко. Тёма, я тебе без обмана говорю. Спиртовым салфетом. 35, вот реально брал. Послушай, можно взять и за 150, но мне просто, мне я давно такие хотел. Это же, от этого же ничего не меняется, да, согласен, да? Да? Ты когда часы покупаешь, знаешь, когда подлинные часы, даже когда в руки берешь, вот ты видишь, что часы подлинные, понимаешь? Ну, это она ложится. Ага. Ты же в этом должен понимать. Слушай, а знаешь что? Мне знаешь что? Хотят поменяться, знаешь, на какие? На Couturier T-Sot, которые 115 сейчас стоят. Я даже, честно, еще как бы не особо горю желанием. Мне просто вот эти нравятся камни, потому что мне я давно хотел с бриллиантиками. А знаешь, почему я с бриллиантами? Это галимая фигня. Ну, я, не, это понял, это не караты. Короче, я смотри, я в охране когда работал, в этой парфюмерии 1.5 года. Короче, я купил за 12 тысяч, тоже мусорный, вот такие же маленькие. А здесь просто я у него купил, у него их много, и я так посчитал, ну, про себя. Ну, вроде нормальная цена, и он мне по-братски отдал. У него просто 6 часов, они ему маленькие были. И он говорит, вот эту штуку 10 тысяч стоит, если новый браслет вставить. Это правда? Ну стоит на настоящих только. Это эти часы сами не стоят 10 тысяч. Какие нахрен ремни 10 тысяч? Не, серьезно, он мне сказал. Часы не настоящие, ставить настоящий ремень, зачем это надо? Тём, я даже больше скажу. Он у меня их хочет назад и еще добавить 5 тысяч. Без обмана. Скажи. Вот, забирай, братишка. Не, ну он видишь что?